Без велосипеда и снаряжения наша съемочная группа на этот раз встретилась с Андреем Ревякиным в момент заслуженного отдыха. Накануне мужчина вернулся с крайнего в сезоне серьезного старта для триатлониста. Он одолел олимпийскую дистанцию чемпионата Беларуси, а это 1,5 километра плавания, 40 километров на велосипеде и 10 бега за 2 часа 18 минут. И занял 2-е место среди 200 участников. На камеру железный человек признался, больше всего переживал за велогонку. На круг было 4 разворота. И на каждом вот развороте приходилось сбрасывать и вновь набирать, это вновь прилагать усилия, ну и с новыми силами, то есть больше энергозатраты. Но велосипед вышел все равно отлично. В общем зачете обошел Андрея профессиональный спортсмен почти на 16 минут. Но Вобручинин признается, личным рекордом он доволен. Правда, расслабляться не собирается. В следующем году он примет участие в 1/2 айронмена. А дальше, согласно цели, железная дистанция. Не просто финишировать на полной дистанции, а финишировать с хорошим результатом. Ангелина Дикун, Максим Галионко, Бобруйск 360.